Известный итальянский финансист рассказал о том, как принял ислам. Руджеро Ломонако долгое время изучал разные религии. Поводом к этому послужил удивительный случай в жизни итальянца. Руджеро был рожден и воспитан в обычной католической семье, но не ходил в церковь, а был агностиком. После той роковой ночи обычный итальянский студент стал много размышлять. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.